На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Провокация российских спецслужб. Как депутат Энергодарского горсовета оказался в Крыму? Чистому городу – чистый транспорт. Как запорожские трамваи готовят к выходу на маршрут? Игры на берегу Днепра. В областном центре проходит турнир по пляжному футболу среди юношей. Пляж общественный, значит, купаться могут все. Провокация, направленная на международный скандал. Именно так называют ситуацию, которая сложилась вокруг энергодарца Евгения Панова. Накануне сотрудники российского ФСБ сообщили, что задержали в Крыму украинского гражданина, жителя Запорожской области. По их заявлениям, он в составе диверсионной группы проник на территорию полуострова для осуществления теракта. Что по этому поводу думают друзья, коллеги и сослуживцы Евгения, выясняли наши корреспонденты. Видео Евгения Панова, якобы задержанного в оккупированном Крыму, опубликовано на сайте российской спецслужбы. В сообщении говорится: одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который задержан и дает признательные показания. Также, по информации сайта, на месте событий погиб сотрудник ФСБ России. У задержанных обнаружено порядка 40 килограммов тротила. Близкие коллеги не верят в то, что Евгений Панов причастен к диверсиям в Крыму. Говорят, он не террорист, а обычный водитель автобуса. А мы буквально узнали вчера, что появилось и видео, появилась информация с ФСБ, с российской стороны. Ну, конечно, там полная глупостей, напичкана какими-то дурными фактами, там обстрел с российской стороны, заход ДРГ. И показывают Женю в футболке, в которой он здесь ходил буквально вот в пятницу, в субботу ребята его видели. Человека, скорее всего, как мы считаем, выкрали. Использовали в удобном случае для информационной какой-то затеи. Накануне в интернете появился новый фейк. Якобы Евгений поехал в Крым по просьбе депутата Энергодарского совета и бизнесмена Артема Дубкова присмотреть за его недвижимостью. Недвижимости в Крыму у меня на данный момент никакой нету. Есть небольшой недострой, заброшенная стройка, за которым присматривать нечего. Плюс, ну, Женя Панов достаточно последовательный человек. Предположить то, что он заехал на территорию Крыма, чтобы посмотреть на заброшенную стройку, это просто-напросто глупо. Понимаете, с нынешним развитием соцсетей, Facebook, там одноклассников и всего остального. Ну, я думаю, что он бы даже не смог покинуть пункт пропуска российский. В 2014-м Евгений Панов был одним из организаторов самообороны Энергодара. Пошел добровольцем на фронт. Служил в составе Запорожского 23-го батальона, затем перевелся в 37-й. В августе 2015-го уволен в запас. Его боевой товарищ и друг семьи уверен, Евгения похитили. С 8 до 9 утра он сказал: все, пока, завтра буду. Отзвонился потом, следующий звонок был 6:30 вечера. Все хорошо, как и договаривались, я завтра приеду. И в воскресенье уже на связь не выходил. Жена не верит, мать там в шоке. Ну как, год ждать с войны, пришел полгода, и тут такое случилось. Ну, очень тяжело близким. Версий у нас много, но одна из версий, что похитили. Друзья и сослуживцы говорят, Евгений ведет активную общественную и политическую деятельность. Волонтер, отстаивает интересы ветеранов АТО. То обвинение, которое ему предъявлено на данный момент, оно необоснованное. На данный момент говорить о том, что он является военным, членом главного разведывательного управления, это просто несценитность. То есть человек работает себе спокойно в своем городе. Сейчас предъявить ему такое обвинение, что он является сотрудником ГУРа, это просто, это бред. Многие уверены, житель Энергодара границу с Крымом и вовсе не пересекал. Это планомерная акция Российской Федерации по дискредитации украинской стороны и все. Вот им он кристально подходит очень идеально. Член самообороны там выставлял здесь блокпост, через который вы въезжали. Потом ушел на фронт добровольцем, вернулся. Вот им для пропаганды он настоящий бандеровец, каратель. Я думаю, что ему там очень плохо сейчас. А самый худший исход – это прямое вторжение. Ну, я считаю, что вот эта акция для этого и устраивалась. Обеспокоены происходящим и представители власти Энергодара. Городской голова обещает взять ситуацию на свой контроль.
Мало того, что житель города наш, мы понимаем, то есть любой человек, он еще член исполнительного комитета. Должны понимать, то есть не может так человек просто взять и пропасть. Хотя мы понимаем, где он и что это. Проще всего теперь навешать на него. Ну, мы знаем, как это делает российская сторона быстро. По факту похищения Евгения Панова начато уголовное производство. Мы принимаем все необходимые меры для быстрого, полного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств совершения этого преступления, подчеркнул исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян. Накануне подали в розыск и автомобиль Евгения. Вот ждем хотя бы, где его машина стоит, чтобы хоть начинать откуда. И откуда он последний раз звонил. Знали, где хоть искать. Знакомые Евгения твердо убеждены. Он по каким-то причинам стал заложником нагнетания ситуации со стороны России. Мы продолжаем следить за развитием событий. Евгения Мельник, Константин Грушко из Энергодара, из Запорожья. ТВ5. Запорожские патрульные отчитались. За последние 4 месяца в Запорожье произошло более 1000 ДТП. В них было травмировано 152 человека, четверо погибли. Основные причины аварии – несоблюдение водителями дистанции и нарушение правил маневрирования. В рейтинг наиболее распространенных факторов ДТП также входят превышение скорости, нарушение правил дорожного движения пешеходами и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более 50 аварий за этот период произошло с участием маршрутных такси. В 25 происшествиях пострадали дети. Уже 2 дня в Запорожье проходит месячник соблюдения правил дорожного движения. Усиливается контроль на дорогах и проводятся профилактические мероприятия. Ми в сектор безпеки дорожнього руху виділяємо додаткові екіпажі, які працюють. Ну, ця робота спрямована саме на викриття неналежного отримання шляхового покриття, плюс ваговий контроль. Странные письма. Жительница Запорожья несколько раз обнаружила в своем почтовом ящике уведомления от Управления социальной защиты. В них просили прийти в управление неизвестных ей людей, якобы проживающих по этому адресу. Женщину такие письма смутили и напугали. Проблеме помог разобраться Станислав Пичурин. Недавно на домашний адрес Ольги начали приходить уведомления, в которых неизвестные хозяйки людей, которые якобы живут по ее адресу, просили прийти в Управление социальной защиты. Такие записки стали приносить постоянно. Сейчас у женщины накопилось уже 6 сообщений. Приходят, теперь меня проверяют. Кто? Инспекторы. Чи живуть в мене люди, чи не живуть. Но у мене ніхто не жив і не живе. Ольга вияснила, що ці повідомлення приходять вынужденным переселенцям, которые или по ошибке, или умышленно указали при регистрации в управлении ее адрес. Смущає тим, що люди сказали видуманий адрес, или вони їм дали, вони їм вірять. От. А завтра вони скажуть, що вони мені платили за квартиру, і мені наложать налог. А він мені не потрібний. Ні люди, ні людські гроші. Я не преступниця. Ольга написала заявление в управление труда и соцзащиты с просьбой, чтобы такие письма больше не приходили. В крайнем случае планирует обратиться в полицию. Я прошу мене більше ніколи не беспокоїти по цьому вопросу, щоб до мене ніхто не приходив. В управлении труда и социальной защиты говорят, такие записки стали приходить некоторым горожанам, чтобы проверить, проживают ли по указанным адресам временные переселенцы. На данный час управление, згідно постанови 365, здійснює перевірку фактично місця проживання. І якщо особа за цією адресою не проживає, їй припиняються ті соціальні виплати, які вона раніше отримала. Після того, як особа себе ідентифікує, вона подає заяву, і управління повторно виходить з актом обстеження, фіксує і розглядає повторно це звернення на комісії. В управлінні увіряють, горожанам таких бумажек боятися не стоїть. Відповідальність за їх отримання лежить на самих переселенцях. Згідно постанови 509 від 1 жовтня 2014 року, особа, яка звертається за довідкою внутрішнього переміщення, за довідкою як внутрішнього переміщеного особа, вона заповнює заяву особисто, який вказує місце реєстрації і місце фактичного перебування. В подобних случаях спеціалісти рекомендують не панікувати. Такі письма не мають юридичного значення. Станіслав Пичурин, Руслан Шевченко, ТВ5.
Стерильный транспорт. Запорожские трамваи теперь моют по немецкой технологии. Для этого установили специальное оборудование, которым ежедневно проводят мойку и дезинфекцию каждого вагона. Как это происходит и какими трамваи выходят на маршрут, видели наши корреспонденты. При помощи выключателя, вот он просто, в данный момент он выключен, все просто стоит. И легким нажатием руки аппарат готов к работе. Вот так теперь каждый раз перед выездом на линию в Запорожском трамвайном депо готовят подвижной состав. На днях здесь появилось новое немецкое оборудование. Оно быстро и качественно смывает все загрязнения с поверхности вагона. Ну, очень сильный напор же. А тут мы обмываем двери. Ну, чтобы не сильно давили. А вот этим желательно стекла мыть задние. Оно убивает. Надежда и Елена новому оборудованию особенно рады. Теперь с мойкой трамваев не возникает никаких проблем. Говорят, раньше на уборку одного уходило почти 1,5 часа. Теперь же в среднем 20 минут. Облегчили наш тяжелый труд. Раньше мы тягали шланги, очень тяжелые. Сейчас, ну, просто не работаем, а летаем. Мы раньше обдавали шлангами водой, терли щетками стекла. От пантографа лилась разная, ну, жир вот этот вот. Ну вот, и приходилось еще раз смывать, а кёрхером просто обмыло все. Кроме наружной мойки, особое внимание уборки в самом вагоне. Эти протираем, и вот тут вот протираем хорошо тоже вот это вот ручки, чтобы чистые были. Сиденье обязательно, когда заметешь, пыль оседает на сиденье. Ну, прямо на сиденье оседает пыль. Тоже протираем полностью все. Ну, и так вот, двери вот тут тоже так вот вытираем полностью все, чтобы, ну, пятна эти черные не были. И тачки же вот эти таскают пенсионеры. Бумажек, мусора с одного вагона надо ведро воды вылить. И бывает пол ведра мусора с одного только. И бананы, и семечки, ну все, и билетики, и что хочешь, и конфетные бумажки. Уборка и дезинфекция каждого вагона – обязательная процедура перед выходом на линию. С новым аппаратом удалось сделать ее более эффективной. Во-первых, это струя высокого давления, которая способна не просто размочить грязь, а ее полностью сбить, смыть с подвижного состава. Плюс еще хорошо отмывает очень трудно загрязненные места. А вдобавок еще аппарат позволяет использовать дополнительные моющие средства. После тщательной уборки снаружи и внутри трамвай ожидает техосмотр, а потом очередной рейс. Евгения Маловик, Иван Демьяненко, ТВ5. В приоритете – экология. На предприятиях группы «Мединвест» продолжается внедрение природоохранных проектов. Сотрудники Авдеевского коксохимического завода внедрили наработку запорожского коксохима, ввели в эксплуатацию установку термокаталитического дожига. Чем она важна для защиты окружающей среды – далее в сюжете. О необходимости модернизации системы аспирации в смолоперегонном цехе «Запорожкокса» заговорили после успешного запуска первой в Украине установки по производству гранулированного электродного пека. На предприятии к снижению влияния на экологию и улучшению условий труда работников решили подойти со всей серьезностью. Использовали инновационные технологии. Для этого ввели в эксплуатацию установку термокаталитического дожига. В 2012 году, вернее, мы провели реконструкцию, установили новые катализаторы, которые на сегодняшний день обладают, наверное, высокой надежностью. Вот. Кроме всего прочего, эти катализаторы способны быстро регенерироваться и безопасно захороняться. С появлением этой установки степень очистки выброса в воздух увеличилась до 99,5%. Начальник смолоперегонного цеха «Запорожкокса» рассказывает о принципе работы агрегата. Приходит пек электродный, жидкий, с него выделяются вредные факторы бензопирен, которые раньше шел в атмосферу. Сейчас в данный момент идет через трубы, идет через теплообменник, по трубам идет в реактор. Через реактор вредные вещества дожигаются. Использование такого агрегата рекомендовано всем коксохимическим заводам Украины, Институтом гигиены и медицинской экологии имени Марзеева. Опыт запорожских промышленников уже перенимают и коллеги. Например, Авдеевский коксохим. Генеральный директор завода «Запорожкокс» Виталий Литовка отмечает, для всех предприятий группы «Мединвест» вопросы экологии имеют особое значение. Сегодня тот опыт, который есть на Авдеевке, я знаю, что они ввели подобную установку.
Вы знаете, очень приятно, это по-настоящему патриоты нашего государства, Украины. Вот, потому что, когда идет военные действия, когда предприятие находится на линии огня, они заботятся прежде всего о людях, о производстве и в первую очередь об экологической составляющей. Анатолий Журавлев, Сергей Чалый, ТВ5. В детский сад без очереди, помощь переселенцам и средний палец на удачу. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Реформа начальной школы. Долой таблицу умножения и красные ручки. Курган «Единство и мира» пополнился землей 7 запорожских сечей. Из Европы с медалью. Запорожец удачно выступил на первенстве континента по тхэквондо. Пиво, бычки, кукуруза и медведи. Это вам не Кирилловка. Без таблицы умножения и красной ручки. Министерство образования и науки Украины утвердило обновленные программы для учащихся 1-4 классов. И главная цель – уменьшить нагрузку на школьников и развить их индивидуальность. Так, уже в этом году более 17 тысяч первоклассников в Запорожской области не будут сдавать технику чтения и вместо ручки смогут писать простым карандашом. Кроме того, преподаватели при проверке работы заданий теперь не будут использовать красные ручки. Подробнее об этих и других изменениях расскажет Мария Маракелян. Реформы в сфере украинского образования назрели давно. Принятие нового закона постоянно оттягивают. А тем временем педагоги вынуждены говорить о негативных тенденциях. Мы стыкаемся с тем, что каждого року дети показывают все гірше и гірше знания. І якість освіти падає. Тому часу чекати, коли буде прийнятий закон, коли буде розроблені нові програми, у нас немає. І та кількість звернень батьків, які скаржились про те, що дитині в школі сьогодні не цікаво, що сьогодні програми дуже перенасичені якоюсь інформацією, яка дитині не потрібна. В Министерстве образования решили усовершенствовать программу начальной школы. Над проектом работали 2 месяца. Предложения вносили как учителя, так и родители. В результате изменения коснулись 13 предметов. Программу адаптируют к возрастным особенностям детей, а учителя сами смогут определять количество часов, необходимое для изучения каждой темы. Это позволит оптимизировать работу. Людмила Королева, педагог с 20-летним стажем, вместе с запорожскими коллегами выступила за отмену проверки техники чтения в школе. И в министерстве эту идею поддержали. Проверка техники чтения – это всегда для ребенка стресс. Нужно выдать определенное количество слов за минуту. Но нужно еще и понять, и выразительно прочитать. То есть от нас было предложение, что техника чтения, она убивает сам смысл понимания текста. Именно акцент на развитии качественного чтения детей – одно из ключевых заданий школьного обучения. Когда мы работали над литературным произведением в начальной школе, то мы всегда рассматривали позицию «хороший, плохой герой». То есть поступков мы касались очень неглубоко. То есть сейчас именно в программных всех рекомендациях рекомендуют обращать внимание на то, что анализ поступков, как это может повлиять на ребенка, каким образом, что ребенок может взять для себя в жизнь. Выражать свои мысли дети смогут в эссе. Этот жанр вводят в 3-м классе. Причем выполнять задания ученики начальной школы смогут простым карандашом, а учителям придется отказаться от красной ручки. Таке розуміння, що вчитель своєю червоною ручкою, коли він виправляє помилку, а ще й ставить таку погану оцінку, то це стрес для дитини. Тобто оцей червоний колір чи синій колір, давайте ми не будемо над дитиною, давайте цей колір буде такий, яким пише дитина. Тобто ми будемо допомагати дитині побачити помилку і не боятися, саме головне, не боятися виправити цю помилку. Среди других нововведений, которые вступят в силу с 1 сентября, следующие. Ученики 1-2 классов не будут заучивать таблицы сложения, вычитания в пределах 10-20, а также таблицы умножения. Произведения некоторых советских авторов заменят современные украинские. В рамках декоммунизации будут изъяты многие песни советского периода. Исчезнет дублирование тем в предметах «Основы здоровья», «Я и Украина», «Естествознание». В изучении иностранного языка сделают акцент на устной речи, а на уроках физкультуры не будет психологически вредных игр, отменят муштру «Равнясь смирно» и нормативы. В Министерстве образования полную программу изменений презентуют уже 18 августа. Мария Маркелян, Константин Грушко, ТВ5.
В детский сад без очереди. В октябре в Запорожье будет введено в эксплуатацию дошкольное учреждение, которое долгое время стояло разрушенным. Что особенного будет в новом детском саду и как городские власти планируют в дальнейшем решать проблемы с очередями, знают наши корреспонденты. Детский сад номер 186 не работал с декабря 2012 года. Здание было в аварийном состоянии, денег на реконструкцию практически не выделяли. Воспитанников садика перераспределили по другим дошкольным учреждениям района, которые теперь перегружены. В 2016 году началась реконструкция детсада. Выполнение работ сегодня проконтролировал городской голова Владимир Буряк. Очень у нас красивая будет, новая, модная, функциональная, бойлерная. Здесь горячая вода, холодная, подогрев и отопление. В садике устанавливают индивидуальный тепловой пункт. Он позволит существенно экономить энергоресурсы. Проектом, помимо создания игровой зоны, комплексов для физического и творческого развития детей, предусмотрено строительство летнего театра. Каждую среду день театра. И там и взрослые будут проводить воспитатели для детей, и старшие дети для младших детей будут показывать свои представления. Будет очень интересно. Пригласите? Конечно. Сейчас реконструкция на финишной прямой. В проекте четырехлетней давности были неточности, которые вызвали немало трудностей у подрядчика. Однако строители уверяют, работы завершат осенью. Впечатление, что даже до середины октября не управишься. Ну, вообще, середину октября видел. Видел? Да. Это какое число? Ну, число где-то 15-18. Точно сделаешь? Чтобы я вот это не наклонял. Только если сказал, значит сделать. Реально. Давайте так, чтобы я вот не заставлял там или не придумывал срок. 20 октября мне число подходит. Все зависит от того, когда выделят деньги. Я вам говорю, что я выделю деньги. Смотрите, чтобы вы потом не проиграли. Одна из наболевших проблем в сфере дошкольного образования – очереди в детские сады. К решению этой задачи подход комплексный. Сейчас у нас на реконструкции на выходе где-то уже 4 детских сада. Ну и плюс дополнительные группы на базе принятых от Запорожстали и на базе уже действующих города. Поэтому, думаю, где-то половины очереди в этом году можем убрать половину. То есть, в принципе, за 2 года мы можем решить проблему вроде Запорожья. Будем на это выходить, да. Детский сад номер 186, отметил городской голова, станет примером подхода к решению проблем с дошкольными учреждениями. На сегодняшний день очередь детские сады, будем так говорить, округлю, где-то 1600 человек. Вот если мы его запустим в октябре месяце, то это даст возможность по Вознесеновскому району практически решить очередь детей. Если взять в общем по городу, то в принципе на сегодняшний день за 2 года в принципе решаемая проблема. И видя эту проблему по очередям, детские сады была принята комплексная программа по городу Запорожье для решения вот этой очередей, которые существуют. И я уверен в том, что за 2 года мы решим. Дарья Купличенко, Сергей Чалый, ТВ5. Мобильные центры для развития детей. В Мелитополе стартовала социальная программа для поддержки переселенцев. Инициатор проекта – благотворительный фонд «Улыбка ребенка» при поддержке немецкой федеральной компании ГИС. Организаторы говорят, сейчас в Мелитополе более 5000 переселенцев, треть из которых – дети. Поэтому, уверены в фонде, такой проект очень важен для города. У нас будут очень интересные активности, направленные на детей. Это разнообразные мастер-классы, творческие занятия, психологические тренинги, праздники. Также будут активности для людей старшего возраста, преклонного возраста, пенсионеров. Но, естественно, мы не забываем о родителях. Это родительский клуб, где можно поделиться своим опытом и узнать от опытных психологов, что такое воспитание детей. Курган единства и мира. Рукотворный холм возле Запорожского дуба пополнился новыми землями. Путешественники из разных городов Украины привезли их в Запорожье из 7 областей и 7 затопленных казацких сечей. События приурочили ко дню независимости Украины. Исторический момент попал и в объективы камер нашей съемочной группы. На кургане «Единство и мир» освобождают место для новой земли. Ее привезли энтузиасты туризма. Команда всеукраинской экспедиции «Река жизни» за 55 дней преодолела 1100 километров вдоль реки Днепр. В каждой из 7 областей туристы собирали землю и теперь готовы оставить ее здесь. У нас получается 33
земли и 34-я с города Александрии. Это все верховья Днепра Украины, которые есть до Запорожья. Следующую мы будем идти дальше до Черного моря, и мы передадим ту землю, которую будем насобираем дальше. А другая команда путешественников совершила по Днепру экспедицию от Кадака до Кенбурна. На катамаранах они прошли путь по 7 затопленным казацким сечам. Земли собирали как с берега, так и со дна реки. Это Микитинская сечь. Именно с того места, где Богдану Хмельницкому была вручена булава. Давай. Так. Третья – це Чортомлицька. Це січ, яка проіснувала 60 років. Це моя рідна січ. Бо я там народився. Четверта січ – це Базовлуцька. Саме з цієї січі було здійснено найбільшу кількість самих видатних морських походів під керівництвом гетьмана Сагайдачного. Участники экспедиции уверены, каждая горсть земли наделяет это место уникальной энергией. За 2 года своего существования курган «Единство и мира» собрал земли с разных уголков планеты. Земля уже с 12 країн. Тобто тут як схортись з кожної куточки України, земля Стоунхенджа, земля знаходиться із Афона, тут земля знаходиться із Грузії, земля знаходиться із Турції, земля із Кореї, із Тибету, земля. Тобто і сам комплекс, він цим самим знаковістю розвивається. Ми розуміємо, що саме тут треба концентрувати усілякі події, пов'язані з нашою історією. І сьогодні ця подія показує, що саме оця земля, курган єдності, яка закладається, об'єднує практично всю планету навколо цього місця. Марія Маркілян, Іван Дім'яненко, ТВ5. Папа-затейник, канадский пловец Санта Кандарелли, прославился на Олимпиаде из-за своего необычного поведения. После каждого выступления канадец показывает своему отцу средний палец. Что интересно, перед самим заплывом Санта получает такой же жест от отца. Как рассказывает пловец, этому его научил сам папа. Подобное поведение помогает Кандарелли настроиться на победу и не отвлекаться на что-либо еще. Я не буду показывать Руслану Левицкому никаких жестов, он в дополнительном настрое не нуждается. Новости спорта далее. Руслан, здравствуй, тебе слово. Дякую, Ігоре. Якщо Олег Верняєв утримався від жестів на адресу суддів, то й ми зможемо. Україна здобула 3-ю медаль на Олімпійських іграх, але золота у нас досі немає. Далі поговоримо, чому так. Срібло на вагу золота. Український гімнаст Олег Верняєв подарував нашим вболівальникам незабутні емоції. Спортсмену не вистачило 1/10 бали, аби стати олімпійським чемпіоном в індивідуальному багатоборстві. Українець був дуже близько до мріяного золота. Перед заключним видом Олег мав перевагу 0,9 бала. Управу на перекладині він виконав без видимих огріхів, але зіскок був неідеальним. Судді оцінили цю помилку суворо. Зал обуреним свистом сприйняв оцінку, яка коштувала Верняєву золотої медалі. Переміг досвідчений японець Кохей Утімура. Попереду в Олега ще 4 фінали, в одному із яких він буде головним претендентом на золоту медаль. Йдеться про бруси, снаряд, який 2 роки тому приніс йому золото чемпіонату світу. А сьогодні в Бразилії змагався запоріжець Олександр Натока. Через погодні умови фінальні гонки в академічному веслуванні перенесли на день пізніше. У підсумку чоловіча четвірка парна у складі Дмитра Міхая, Артема Морозова, Олександра Натоки та Івана Довгодька фінішувала 6-ю. Цей результат є провальним. Зважаючи на те, що українська четвірка парна вигравала 2 роки тому і чемпіонат світу, і чемпіонат Європи. А тут лише 6-й результат. Олімпійськими чемпіонами стали німці, срібло у австралійців, бронза у команди Естонії. А далі говоримо про місцеві події. Вкотре порадували нас запорізькі теквондисти. Тарас Мальченко виграв медаль чемпіонату Європи. У його послужному списку це не перша нагорода такого гатунку. Про які ще здобутки мріє спортсмен, питала Оксана Якименко.
Теквондисти спортивного клубу «Моторсіч» неодноразово ставали переможцями та призерами різних міжнародних змагань. Цей сезон не став виключенням. Після вдалого виступу на турнірі в Кореї Тарас Мальченко в складі національної збірної вирушив підкорювати Європу. Турнір приймало місто Грозний. Змагання зібрали учасників із 25 країн. Найбільшу конкуренцію нашим теквондистам склали росіяни. У них і відбір хороший, і збори хороші, ну, то есть і підготовка всіх. У них перший, другий, третій, четвертий номер практично не відрізняються. Поэтому нашим спортсменам, в принципі, як і у Тарасу, пришлось в своєму весі дойти до медалі і подратися з двома спортсменами з Росії. Для Тараса це не перший чемпіонат Європи в кар'єрі. Минулого року на першості континенту хлопець був другим у змаганнях юніорів. Цього ж разу у ваговій категорії до 54 кілограмів спортсмен виступав серед молоді і виборов бронзу. Тренер Тараса запевняє, за рік старанної роботи хлопець встиг покращити техніку бою. В этом году, как бы после Кореи, конечно, если было чуть-чуть время отдохнуть, но нам не дали отдохнуть, и сразу были сборы, он с Кореи полетел сразу в Кончезаспу и провел там сборы вместе со сборной. Виступ на чемпіонаті Європи Тарас Мальченко розпочав із перемоги. Перший бій з вірменським бійцем завершився з мінімальним відривом – 9-8 на користь запоріжця. У другому поєдинку із росіянином Тарас випередив суперника на 4 бали. Первый бой, наверное, самый тяжелый был, потому что это первый. Для них надо как бы размяться, так почувствовать соперника, прочувствовать даянг, прочувствовать себя. В принципе, армянин был полностью не под меня, перекрывал мою тактику, делал сам очень грамотно и мало ошибался. Но где-то пришлось самому порисковать там и выиграть. У третьому поєдинку Тарасу протистояв лідер молодіжної збірної Росії. Прикра помилка під час сутички коштувала нашому спортсмену участі у фіналі. Бій завершився поразкою. Суперник Тараса став переможцем у цій категорії, а вихованцю Андрія Яковлєва дісталася бронза. Получається, перший раунд я проіграв 6-1, пропустив дуже нелепо 2 удари в голову, почав проігрувати, потім в кінці другого раунду зрівняв счет 5-6, мінімальний отрив. Потом оставалось секунд 40 до конца боя. Я попал в сложную технику в голову 4 балла, начал выигрывать 9-6. Думал, вот он, ну все, победа в руках. Тренер тоже как бы думал. Я просто не смог перестроиться после боя. Зараз Тарас разом з колегами-теквондистами готується до чемпіонату України серед юніорів. Його наприкінці літа прийматиме місто Буча. Потім на спортсменів чекає чемпіонат світу в Канаді. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, ТВ5. На центральному пляжі Запоріжжя юнаки грали у футбол. Цими днями там триває турнір за участю 8 команд. Юні футболісти всерйоз змагаються за кубок, не шкодуючи ні себе, ні суперників. Не вірите? Дивіться в сюжеті. Гра команди «Мегаполіс» з хлопцями із муніципальної художньої академії видалася інтригуючою. Футболісти навчального закладу у першому таймі зуміли створити перевагу у 2 забиті м'ячі. Але розгубили її після перерви. «Мегаполіс» зробив рахунок нічийним – 2-2. Це означало, що на гравців чекала серія пенальті. Ребята зібралися, вони розуміли, що треба щось робити на площадці і стоя, нічого не вийде. Немножко почали рухатися, немножко грати в пас, зрівняли, основне час зіграли 2-2. Ну, пенальті – це лотерея. У серії пенальті жодна з команд довго не могла забити у ворота суперника. Гравець «Мегаполіса» Максим Загребельний зробив це першим і приніс своїй команді перемогу. Підопічні Юрія Кравченка святкують перемогу. Радощам юних гравців немає меж. Юнацький турнір присвячений 25-й річниці незалежності України. За кубок переможця сперечаються 8 команд, які грають в одне коло. Змагання триватимуть 2 дні. Я хочу сказать, что в этом возрасте очень сложно определить лидеров, потому что ребят больше захлестывают эмоции, чем их мастерство. Но здесь скажется, скорее всего, в большей мере физическая подготовка и, ну, его величество случай везения. Окрім місцевих команд, помірятися силами приїхали ще 2 колективи із Васильівки – «Таврія-1» і «Таврія-2». Перша команда «Таврії» обіграла «Мегаполіс» 1-0, а друга поступилася хлопцям із команди «Голкіпер». Я вважаю, що спорт – це завжди результат, і будемо стремитися к этому результату. Ну, ігри покажуть, будемо сподіватися на краще. Головне, щоб і нашим командам, і всім командам сопутствувала спортивна удача, фортуна, щоб було все добре і без травм.
Фінальні ігри та нагородження переможців відбудуться завтра. Наступного тижня організатори планують провести турнір для юнаків 2000 та 2001 років народження. Оксана Заводовська, Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, ТВ5. Чемпіон України з гандболу «Запорізький мотор» зараз проводить передсезонну підготовку в Німеччині. Там команда Миколи Степанця планує зіграти 8 матчів із представниками місцевої Бундесліги. Спершу запорізький клуб проведе товариські ігри. У матчі із Лейпцигом мотор перемагав після першого тайму 18-14, але зіграв у нічию 31-31. У наступному поєдинку Любеке обіграв українську команду 24-19. Запорізьці зіграють ще кілька товариських матчів, після чого візьмуть участь у міжнародному турнірі. На сьогодні у мене все. Продовжимо вболівати за українців на Олімпіаді. А в нашому ефірі триває випуск новин. Ігоре, тобі слово. Спасибо, Руслан. Ну, а ми продовжимо буквально через 2 хвилини. Амбулатория семейной медицины в селе Новотроицкое 12 лет назад стала первым и самым большим лечебным учреждением такого типа в Бердянском районе. Сегодня профилактическую и медицинскую помощь здесь получают сотни жителей района. Люди обращаются с разными заболеваниями. Вот. Ну, одно из самых частых, особенно среди взрослого населения, часто дети обращаются с заболеваниями сердца. В последние годы в амбулатории появилась проблема – старое оборудование. В частности, лечебное учреждение нуждалось в новом кардиографе. Об этом узнали депутаты Запорожского областного совета из фракции «Оппозиционный блок». Было решено помочь амбулатории с этим аппаратом. Его в ходе рабочей поездки в село Новотроицкое передал первый заместитель председателя облсовета Егор Семенков. Кардиограф, который был сегодня подарен амбулатории, был очень кстати. Есть очень кстати, потому что старому уже почти 12 лет, свой ресурс почти исчерпал, а он всегда нужен под рукой. По словам Егора Семенкова, облсовет всегда старается быть в курсе проблем районов. В свою очередь депутаты оппозиционного блока готовы идти навстречу, чтобы их решить. На сегодня проблемы кардиологии находятся на первом месте по причинам смертности в целом по Украине. И Запорожская область не исключение. Поэтому, когда депутат облсовета Николай Волошин обратился к своим однопартийцам скинуться и купить кардиограф для села Новотроицка, мы, конечно же, откликнулись. Поэтому всем жителям села, окрестностей, сел хотим пожелать крепкого здоровья. Пиво, бычки, пахлава, кукуруза и медведи. Если люди от летней жары и душного зноя спасаются на пляже, то что мешает животным поступать так же? В Калифорнии медведица совершенно спокойно, несмотря на толпу людей, привела двоих своих малышей на озеро Тахо, чтобы искупаться. Отдыхающие были крайне обескуражены происходящим, но не стали лезть на рожон, стараясь соблюдать дистанцию. А что поделаешь, пляж общественный, а купаться хочется всем. И это была последняя информация выпуска. Напоминаю, все актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго!